אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתי לך מארץ אלוהים אחרים על אופניי לא תעשה לך פסל בכל תמונה. שלום друзья, привет вам из Израиля. Меня зовут Даниэль Ланда. И сегодня мы поговорим с вами немножко о празднике Шавуот и о современности. Скажем так, праздник Шавуот и как он влияет на современную жизнь в Израиле и по всему лицу земли. Ну, для начала хотел бы напомнить на себе и вам, что же такое все-таки праздник Шавуот. Праздник Шавуот – это праздник, который входит в число трех праздников паломничества. Это второй праздник после Песаха. Песах, Шавуот и Суккот – это три праздника паломничества, которые Всевышний заповедал народу своему, чтобы все мужское население приходило на поклонение ему именно в эти праздники. И праздник Шавуот берет свое начало в тот день, когда на 50-й день после Песаха народ подошел к горе Синай. И в 19 главе написано, книги Исход, написано следующее, что в третий месяц по исходу сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне народ там Израиль станов против горы. Моше взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Якову и возвести сынам Израилю». И дальше Всевышний говорит к Моше, и Моше пришел, созвал старейшин и так далее, и так далее. И что важно помнить, что в праздник Шавуот мы были едины у подножья горы, потому что в Исходе написано, что и народ единогласно отвечал Моше, то есть были едины. Что дало нам, что пришло в праздник Шавуот? В праздник Шавуот мы получили Тору. Мы единственный народ не только в Танахе, но народ древности или народ современный, который, еще не войдя в свою землю, получил инструкцию, как жить на этой земле. Не просто инструкцию, которую оговорили или люди придумали. Эту инструкцию для нас даровал нам Всевышний. И те заповеди, которые Моше принес к своему народу, они регламентировали взаимоотношения. Взаимоотношения народа со Всевышним и взаимоотношения народа внутри, друг с другом. И удивительно тот факт, что также праздник Шавуот является сельскохозяйственным праздником, то есть это окончание жатвы и это праздник первых плодов. И казалось бы, все и должно было быть прекрасно и чудесно, но существует вот то, что берет свое начало еще в грехопадении Адама. Что вот грех, который живет в плотском теле, он не дает человеку полноценно и всецелостно посвятить себя Богу. То есть всегда приходят какие-то искушения, всегда приходят какие-то желания, которые не угодны Всевышнему, которые не угодны для Него, но которые так или иначе влекут человеческую натуру. И мы сейчас опускаем тот период, если бегло, то можно сказать о том, что вся история древнего Израиля –
вплоть до разрушения второго храма. Она говорит о том, что когда народ ходил в правильном положении пред Богом, Бог всегда защищал свой народ. И когда народ поворачивался спиной к Богу, Бог по-прежнему любил свой народ. Но он допускал определенные наказания, допускал определенные воздействия физические на жизнь своего народа, дабы обратить народ к себе снова. И опять же, что важно? Важно, что не мы, но Всевышний назвал нас народом своим. И важно помнить, что не мы, но Он избрал нас. И это избрание, оно не является временным. Это избрание, оно вечно и постоянно, потому что это сделал Он. И опять же, удивительным образом, вся история древнего Израиля, о которой мы можем читать в Танахе, она говорит о том, что на самом деле это было все неспроста. И за несколько, скажем так, десятилетий до разрушения второго храма в Израиле происходит удивительное событие, о которых очень много говорили пророки. Пророки древности, пророк Исаия, Амос. Они говорили о приходе Машиаха. И это удивительное событие, оно происходит. Оно происходит согласно Писанию. Все то, как, где он должен был родиться, от кого он родился, при каких обстоятельствах, вся его жизнь, все его служение и все то, что произошло в дальнейшем, оно указывало на то, что это не был просто человек, но это был тот, кто пришел от Всевышнего, кто был среди нас, кто совершил то, для чего он был послан. Затем он зашел на крест, он умер за грехи всех нас, и он воскрес на третий день. По Писанию. Это удивительные вещи. И когда после своего воскрешения Иешуа находился со своими учениками, они его расспрашивали о многом, и он, отвечая им, сказал очень интересную фразу, о которой мы читаем в Деяниях апостолов в 8 главе, где он говорит, что «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете свидетелями мне в Иерусалиме и по всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Что удивительно, ведь ученики, будучи с Иешуа 3,5 года, они видели все чудеса, и даже не что-то Бог делал через них. Но здесь он говорит о том, чего не достает им, что вы примете силу, когда вы будете наполнены Духом Святым. И когда Иешуа уходил, он говорил, что «я уйду, но придет вместо меня другой». То есть, если я правильно помню, в греческом варианте это слово обозначается «параклетос». То есть, придет другой, но с теми же полномочиями, как и у меня, для того, чтобы наставить нас на всякую истину Божью. Для того, чтобы быть с нами. И когда Иешуа ушел, он просил учеников не расходиться и находиться в Иерусалиме. И они находились, потому что они должны были быть в Иерусалиме, так как это был канон праздника Шавуот, который как было заповедано, праздник паломничества в Иерусалим. И именно в праздник, при наступлении именно праздника Шавуот, происходит то, что в дальнейшем в протестантском мире говорят как о Пятидесятнице, о том, что на 50-й день Дух Святой сошел в силе, и ученики исполнились Духа Святого. И то, что стало происходить, со стороны казалось, что это пьяные люди, но апостол Петр стал в притворе и сказал, что мы не пьяные, но мы наполнены Духом Святым. И он начал
провозглашать и проповедовать, говорить о Иешуа как о том, кто действительно является Машиахом Израиля. И написано, что в тот день покаялось и получило крещение около 3000 человек. Вы знаете, что удивительно, что в Писании есть определенные цифры, которые очень имеют важное значение. В то самое время, в праздник Шавуот, когда Моше находился на горе, и когда он очень долгое время не спускался с горы, вы помните этот момент, что народ упросил Аарона создать им идола. И мы знаем о истории Золотого Тельца. И они начали поклоняться ему. И когда Моше спустился с горы, он провозгласил, говорит, кто Божий ко мне? И сыны Левия пришли, и написано, что они прошли по стану и поразили. И было поражено около 3000 человек. 3000 человек погибли за то, что поклонялись идолам. 3000 человек пришли и были спасены спасением вечным в праздник Шавуот. От проповеди Евангелия. Это очень важный момент. И очень важно помнить еще о том, что праздник Шавуот в современном, после того, как пришел Руах Акодыш, он еще важен тем, что сегодня каждый верующий, каждый, кого Дух Святой крестит, и каждый, кого Бог наполняет, он становится дитям Божьим. После покаяния, после погружения в Руах Акодыш. И мы стали его народом. Здесь есть очень важная параллель. Народ Израиля стал народом и получил Тору у подножия горы Синай. Вначале, когда ученики находились в Иерусалиме, и Дух Святой сошел на них, это положило на начало его общины. Общины Божьей, в которой народ, который слышал Евангелие, который слышал Слово Божье, он уверовал в Бога Израиля. И он приобщался к народу Израилю. Но он становился духовно единым со своими плотскими братьями из евреями. И получается, что в праздник Шавуот рождается народ, как народ Израиля. И в праздник Шавуот, но с приходом Руах Акодыш, рождается народ, который сегодня поклоняется единому Богу. Не только в Израиле, не только рядом, но по всему лицу земли. Не случайно, что Иешуа говорит, что вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. Почему? Потому что именно цель того, для чего пришел Дух Святой на эту землю, для того, чтобы принести обещанное спасение как народу, избранному Божьему Израилю, так и каждому тому, кто не из народа Израилева, но кто, верой принимая, приобщается, как написано в послании к римлянам, что язычники, они становятся как привитая маслина, привитая ветвь на маслине, которая имеет корень Израиль. И это удивительно. Это не отменяет первенство Израиля как народа избранного, но это не умаляет всех остальных, народ Божий, который сегодня живет по всему лицу земли. И в послании к Ефесянам во второй главе Бог говорит о том, что Он смертью Своей разрушил преграду, чтобы двоих сделать одно целое.
И пример вот этому, это разрушение этой преграды, является тот момент, что то, что происходит сегодня в Израиле, это все показано о том, что это мы говорим о последних временах. Не просто о эпизодах, но это идет по нарастающей. Я живу в Израиле 12-й год, и за эти 12 лет уже несколько серьезных таких военных конфликтов. Но государство Израиль существует всего 73 года. И начиная с 48 года страна постоянно воюет, потому что Израиль окружает 300 миллионов арабских, 300, живет вокруг нас 300 миллионов арабов. То есть это государство с населением в 300 миллионов человек. И они не являются нашими союзниками, к сожалению. Они все мечтают о том, чтобы уничтожить. Но Всевышний сказал, что это мой народ, что он никогда не отторгнет его, что он заключил завет вечный с этим народом. И написано, что любовью вечную он возлюбил его и простер к нему свое благоволение. И слово «вечное» — это слово принадлежит Всевышнему. Это не слово, которое сказал человек. Это слово, которое сказал Всевышний. Поэтому как бы Сатан не пытался через тех людей или тех людей, через те государства уничтожать, у него ничего не получится. Потому что однажды Иешуа сказал на кресте «свершилось». И сегодня мы, как народ Божий, как те, кто отдал свою жизнь Иешуа, хотя мы находимся в разных регионах земного шара, но когда происходят определенные события, мы становимся единодушны в наших побуждениях, наших желаниях. Почему? Потому что и желание, и хотение приходят от Духа Святого. И ему не важно, где нахожусь. Я нахожусь в Израиле, кто-то находится в Америке, кто-то находится в Австралии. Но Бог побуждает. У меня есть друзья, которые живут в Америке, и мы созваниваемся. И они говорят: «Данил, мы стоим в вере, мы стоим в молитве за Израиль». И я понимаю, что это не единичные случаи. И этого бы никогда не произошло, если бы однажды эти люди не сказали «да». Иешуа, если бы однажды эти люди не признали его своим Господом и Спасителем. И это настолько важно, что сегодня мы объединены не сами по себе, но мы объединены в нем, мы объединены им, и он руководит нами. Его Рух Акодыш руководит жизнью каждого из нас, желаниями, побуждениями, когда мы соглашаемся, когда мы даем ему возможность, когда мы сдаемся, когда мы не ищем своего, когда мы творим не свою, но его волю. Он объединяет нас. И в наших немощах он дарует нам свою победу. И опять же я хочу напомнить, Иешуа на кресте сказал «совершилось». Однажды это уже совершилось. И ничто не может изменить истории. И знаете, как бы ни происходило тяжело или трудно, что бы вокруг нас ни происходило, но Иешуа постоянно напоминает ученикам то, что осталось в Брит Хадаша, в Новом Завете. Иешуа говорит: «Не бойтесь, не бойтесь, потому что я с вами». И что еще интересно? В Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, в Евангелии от Марка есть такие слова. Евангелие от Матфея, по-моему, 24 глава, где написано, что «когда услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо всему этому надлежит быть». И вы понимаете, наше государство, нас больше, чуть-чуть больше 8 миллионов человек. В длину государства Израиль всего 500 километров.
В ширину я могу ошибиться, но что-то чуть больше 180 километров. Вы представляете, какая небольшая страна. Она может быть даже меньше, чем какая-либо область на Украине. И представьте для сравнения государство Китай с его населениями более 1,5 миллиардов человек. Скажите, о ком вы чаще слышите? Конечно, вы слышите чаще об Израиле и о евреях. И это не случайно, потому что враг душ человеческих, он ищет для того, чтобы найти способы уничтожить нас. Но Всевышний положил свою руку и сказал, это мой народ, и он находится под моим покровом. И Сатан, который сам является созданием, а не создателем, он не может сдвинуть руку Создателя, который создал и его. Поэтому он бессилен это сделать. Он пытается что-то сделать, но он понимает, что все его потуги невозможны. И вы знаете, последнее то, что произошло в Израиле буквально недавно, за 10 дней на страну было выпущено около 4000 ракет. Вы представляете, наша небольшая страна, и по ней было выпущено больше 4000 ракет, при том, что залпы были как сектора Газа, с Сирии, с Ливана. И это говорит о том, что враг ищет возможности погубить нас. Но, опять же, я напомню, Всевышний сказал, это мое, это мой народ. Но вы, кто слушает меня сейчас и смотрит, вы являетесь его инструментом, потому что вы часть народа Божьего, вы часть того народа, той общины, которую создал Иешуа. И он сказал, что это я создал общину, и врата ада ее не одолеют. И благодаря вашим молитвам, благодаря вашим постам, какая-либо ракета или какие-либо действия врага, они были разрушены еще до того, как это произошло. Враг не может ничего сделать, когда дети Божьи молятся. И я хочу раз еще напомнить, что самое важное, чтобы помнить, что в Шавуот мы стали народом. В праздник Шавуот нам была дарована Тора. На праздник Шавуот сошел Руах Акодыш. На праздник Шавуот родилась община Божья. Пред Господом это абсолютно одинаковые, абсолютно равноценные творения, потому что и то создано Всевышним, и то создано Всевышним. И вот он сделал из этого одно, при том, что Израиль остается первенцем, но мы не можем быть полноценны, если нету братьев и сестер из других народов. Вы неполноценны, если нету нас среди вас. И это очень важно, и это очень здорово. Потому что не случайно мы говорим, как хорошо и приятно жить братьям вместе. И удивительный такой интернациональный псалом, потому что на самом деле это классно. Братьям жить вместе. У нас становятся одни мысли, одни желания, одни хотения по его изволению. Еще раз подчеркну, что у нас становятся и желания, и хотения по его изволению, когда Дух Святой наполняет нас, когда Дух Святой приполняет нас. Мы сами по себе имеем кучу недостатков. Но что делает Всевышний? Его Дух Святой, он покрывает наши недостатки. Его любовь, она покрывает все, все наши недостатки. Самое важное, чтобы мы не забывали, что если
Что-то происходит в нашей жизни. Как бы сложно не было в нашей жизни, Бог сказал, что я держу тебя за правую руку, что я возлюбил тебя, я не оставлю и не покину. Вы знаете, я недавно вспомнил очень важный для себя момент. Много лет назад когда-то был такой случай, когда меня не пригласили в одну компанию. И я так внутри огорчился, думаю, меня не пригласили, там такая будет хорошая компашка, и там будет весело. И я действительно, я так сильно огорчился. Но вы знаете, вот когда я огорчился, в это время я очень четко услышал в своем сердце такие слова. Я принял тебя в число своих детей. И из этого списка, из приглашенных, тебя никто не вычеркнет. Вы знаете, вот мое огорчение, оно как мыльный пузырь, оно лопнуло. Я так начал смеяться, я так начал благодарить и радоваться Богу, потому что вот этот момент Дух Святой дал мне осознание того, что я принят в число Его детей. Да, я не был в списке приглашенных в ту компашку, но Господь пригласил меня в свою компанию. Господь Духом Святым проговорил ко мне лично, что из этого списка тебя не вычеркнет никто, потому что Он начертал меня. И опять же, когда-то я родился как верующий в Его тело, стал частью Его тела, еще не понимая там, того, что я еврей или не еврей, для меня было все едино. Оно и сегодня остается для меня важным, потому что у меня много друзей среди евреев, верующих в Иешуа, среди неевреев, верующих в Иешуа. Вы знаете, я не разделяю сегодня на тех, кто лучше или кто хуже. Пред Господом мы все одинаковые. Но это Он сделал нас такими. Это не наши заслуги, не наши какие-то потуги. Это Его желание. Это Его совершенная воля. И Он делает нас лучше из дня в день. Он обновляет нашу жизнь. Он сказал, что Руах Акодыш прибудет с нами. Что Иешуа, Он является путеводной звездой для нас. И Он наша глава. Вы понимаете, народ, который стоял у горы Синай, он видел громы и молнии. Он понимал, что Моше находится на горе. И он понимал, что Всевышний есть Бог народа Израиля. Но народ в тот момент не осознавал в той степени, что его ответственность как коллективная и личная пред Всевышним, она очень важна. Потому что на тот момент у народа Божьего не было личных взаимоотношений пред Богом, с Богом. И даже Всевышний говорил, что пусть Моше взойдет, а пусть священники и старейшины останутся, не поднимаются с тобой. Потому что еще было нечто, что сам поставил Всевышний, для того, чтобы не погиб народ. Потому что он говорит, я святый, будьте святы, ибо я свят. И только когда Руах Акодыш сошел на землю, только когда он наполнил и преисполнил учеников своим присутствием, только когда они приняли силу для действия его воли, исполнения его воли, только тогда каждый из нас, кто получил это крещение, каждый из нас, кто принял в сердце и кто сказал Иешуа «да», сегодня он имеет личные отношения. Сегодня сказано, что есть единый посредник между Богом и человеком, это Иешуа, и нету другого. Что нам не нужно идти к батюшке, нам не нужно идти к кому-то. Если мне нужно говорить к Богу, я могу говорить прямо здесь. Я могу выключить свет, я могу выйти на улицу, могу пойти в пустыню. Мне не нужен посредник, потому что он придет
на мое сердце, он придет на мое желание искать его. Написано, что ищите меня, когда я близко, и призывайте имя мое. И все это мы получили в праздник Швот. И то, что объединило нас, это объединил он. Вернее, кто нас объединил, тот нас и делает лучше. И опять же, демонстрация физического того, что вы посмотрите, что происходит сейчас в мире. Нас называют агрессорами, нас называют, кем только нас не называют, в очень почтенных организациях. Только за то, что мы защищаем себя. Только за то, что наши солдаты могут пойти и принести воду арабским детям. Только за то, что наши полицейские могут перевести через дорогу там арабскую бабушку или женщину с какими-то поклажками. Только за то, что наши солдаты будут закрывать своих детей, своих женщин, своих мужчин, но не ставить их живым щитом перед собой. Вы знаете, это очень важно помнить о том, потому что есть призвание у нашего народа, у народа Израиля. И оно не раскрыто в полноте, потому что написано, что когда мы увидим его и возрыдаем о том, кого пронзили, это говорится о Иешуа, то весь народ спасется спасением вечным. Но это произойдет позже. Но сегодня, благодаря ходатайствам народа Божьего, его общины, благодаря тому, что вы взываете к Господу, где бы вы ни находились, благодаря этому раскрываются небеса, благодаря этому евреи каются, благодаря этому они входят в свое призвание, благодаря этому мир начинает меняться. Там, где была тьма, приходит свет. И да, приходят последние времена. Да, они будут непростыми. Но почему Иешуа говорит, что, вернее, Всевышний сказал, что мы говорим о Всевышнему, что все могу в укрепляющем меня Иешуа Мессии. Все могу. Не сказано могу частично. Могу на 1/10, могу на 1/100. Сказано, что я все могу в укрепляющем кого? Кто укрепляет? Иешуа укрепляет. Кого? Меня. Каждого из нас. Иешуа укрепляет нас. Иешуа дает нам силы. Дух Святой дает нам понимание, дает нам водительство. И мы можем быть уверены, что мы можем быть бессильны перед действием врага со своей силой. Но враг бессилен что-либо сделать, когда мы выступаем с его силой. И это опять же даровано каждому из нас в праздник Шавуот. И мы двигаемся дальше, мы живем дальше, мы продолжаем жить, придвигая к следующему празднику. Но каждое утро, когда мы просыпаемся, мы ожидаем, что Бог будет совершать какие-то действия в нашей жизни. И Он обязательно это будет совершать, при условии, что мы будем позволять Ему это делать. Он открыт. Он сказал, что Он может излить не мерою. Он открывает источники, которые невозможно закрыть никому. Он напояет сухие земли там, где это должно быть напоено. И его мера – это не мера человеческих мер. Его мера, она невероятно огромная. Он написано, что Он возлюбил нас любовью вечной. Он написано, что Он так нас возлюбил, что отдал нам Сына, который умер канун одного праздника, и Руах ха-Кодеш сошел первый день праздника Шавуот. Поэтому вам важно просто не забывать, когда становится тяжело, помнить, что Дух Святой, Он с нами. Он послан для того, чтобы укреплять и наставлять. Иешуа сказал, что нас не оставил. Любовь Отца, она пребывает с нами постоянно.
Даже если мы не ощущаем, не понимаем, но она есть. Просто потому, что он так сказал. Вы знаете, у нас растет здесь в Израиле наш младший внук. Нас четверо внуков. И наш младший родился здесь в Израиле. И моя дочка говорит: папа, у него нет чувства страха. Он прыгает с дивана, он даже не понимает, как и что с ним произойдет. Он раз набил лоб, второй раз, но он просто заходит, прыгает с дивана и ожидает, что его кто-то поймает. Будьте как дети. Это я говорю себе, когда я вижу, как делает мой внук. Потому что я со своим рациональным умом, я посчитал бы, сколько это можно. А он просто прыгает. Ему весело, он смеется, он доволен. Но он точно понимает, что когда он прыгает, его обязательно поймают руки. Когда мы с вами что-то делаем, обязательно Всевышний. Когда мы делаем его дело, даже если мы не чувствуем, что у нас есть опора под ногами, мы обязательно будем в его руках. И это важно помнить, потому что, еще раз хочу напомнить, что мы с вами имеем Духа Святого, дарованного нам в праздник Шавуот. Я желаю себе и вам, вам и себе, чтобы Дух Святой изливал в нашу жизнь столько, сколько мы сможем быть наполнены. Не для того, чтобы демонстрировать это другим, но для того, чтобы служить другим. Для того, чтобы мы могли быть примером или светом для тех, кто нуждается в этом свете. Чтобы мы могли отвоевывать у темноты души, которые должны войти в Божий свет. Чтобы мы были теми, кто будет распространять Царствие Божие до края земли. Чего желаю себе и вам. И пусть в этом нам поможет Дух Святой. Пусть в этом поможет нам Божья вера, и пусть в этом нам поможет Его любовь и надежда нас на Него. Будьте благословенны. Lo tasse le pesel vecol.